слава Богу, что милосердие Божие обновилось, и нам дана возможность через Слово Божие, через Дух Святой достигать того познания, через которое откроется свободный вход в царство того, который есть глава всего видимого и невидимого. И тому апостол Павел говорит в одном из посланий: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Итак, цель любого служения, которое сегодня совершается на этом месте, познать благость и милость и строгость Божию, чтобы нам быть святыми и непорочными пред Ним любви. Это непростой путь, друзья дорогие. Этот путь весьма сложный для нашей плоти. Но когда кто-то в духе своем соединился с Духом Божьим и обрел это твердое основание веры, он имеет свидетельство внутри себя, что он дитя Божье. Он не поколеблется, Павел говорит, ничто не сможет тогда отлучить от любви Божьей. Ни скорбь, ни теснота, ни какие-то обстоятельства жизни, потому что он в нем прежде создания мира. Бог настолько имеет сильную власть и могущество среди живущих на этой земле, что он желает вселиться в сердце твое и мое Духом Святым и запечатлеть в нас, внутри поставить печать свидетельства Духа Святого во внутреннем человеке, чтобы мы, живя повседневной жизни, ходили в обновленной жизни нашего Духа пред Ним. И тому у нас сегодня есть время и возможность, друзья, я через Слово Божие просмотреть себя, свое сердце, насколько мы обновленные, насколько мы припоясанные, насколько мы сокрылись в тех обетованиях, которые нам дарованы через Иисуса Христа, чтобы нам впоследствии не казаться опоздавшими или перед нами не были закрыты двери вечности. Это самый страшный момент будет в жизни живущих на земле, когда человек придет к дверям вечности, и его туда не пустят. И тому сегодня для нас время и возможность через Слово, через Дух Святой получить это свидетельство внутри себя, что я подвязаюсь идти путем новым и живым, и на этом пути у меня есть Тот, который поддерживает и подкрепляет мой дух и дает мне надежду не поколебаться и не смутиться, когда придут смущающие обстоятельства, потому что апостол Павел, он говорит, мы благодушествуем и в тесных обстоятельствах, в темницах, в нуждах, в различных обстоятельствах жизни мы сохраняем спокойствие и уверенность в своем духе, что Он содействует для нас своей благодатью. И тому наша цель на этой земле, чтобы это твердое основание, оно было положено в нашем сердце, и мы не поколебались, мы не смутились, когда придут ситуации, и враг скажет, Бог забыл тебя, Бог не помнит о тебе. Но для нас есть Слово Божие, которое открывает нам возможность сблизиться с Ним, научиться от Него, познать благо, и милость, и строгость Божию, и последовать за Христом к жизни вечной. Я для нашего назидания напомню одно из мест Священного Писания, оно довольно знакомо, но в то же время оно настолько глубоко тревожит мой дух, настолько глубоко сокрушается мое сердце перед этим Словом Божьим, потому что оно Слово живое и действенное. И если оно не будет созидать или преобразовывать мой образ мышления в образ того, который является главою всего, друзья дорогие, мой путь может не увенчаться успехом. Но Бог со своей стороны делает все возможное, чтобы совершилось то спасение, то определение, которое Он определил через Иисуса Христа. Итак, апостол Павел к евреям, 10 глава, 9 стих и ниже. «Потом прибавил, вот иду исполнить твою, волю Твою, Боже, отменяя первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».
О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердцах их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, креплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более усматривайте приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Именно такое слово увещевание в свое время адресовано было к евреям, к народу израильскому, к детям, к которым пришел Христос, от которых и пророки, цари, священники, которые служили пред лицем Господним. И в то же время, когда пришел Мессия, Христос, Сын Божий, в этот народ не уразумел и не познал, и не вкусил от глаголов той славы, которая была дарована через Иисуса Христа, Господа славы. И Бог обратил свое лицо к языческому народу, к нам, живущим в настоящее время. Это слово обращено в той же мере, как оно было обращено в свое время к народу израильскому. И Бог обратил свое лицо на твое и мое сердце, чтобы сделать в нас обитель для Духа Своего, чтобы в нашем духе, в нашем сердце открылись источники хвалы и благодарности тому, от которого все даровано для жизни и благочестия. Тому здесь апостол Павел, он обращает внимание именно на завет, который Христос заключил с каждым из нас в отдельности. И какова цена завета, друзья дорогие, и насколько этот завет работает на созидание и преобразование нас, как детей Божьих. Мы сегодня можем проверить себя, друзья дорогие, насколько мы очищены через слово, которое нам возвещается в ежедневных, то есть, можно сказать, ежедневное служение проходит где-то в церкви по районам, и в всяком месте читается Слово Божие, возвещается путь к свободе, славы детей Божьих, и как мы, как верующие люди, сегодня преобразуемся в послушание тому, который есть глава всего. И здесь апостол Павел обращает внимание, говорит: «Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Что за такое действие, которое совершилось через Иисуса Христа среди живущих на этой земле, что одной жертвою Он примирил все человечество с Отцом вечности? И как этот процесс происходит, друзья дорогие, в нашей жизни? Насколько это слово совершается той мерою, которую Бог сегодня употребил в этом месте, чтобы Он, желая, чтобы мы сделали совершенными через Иисуса Христа, Господа славы. И как этот процесс проверить? Насколько Бог достиг моего сердца, насколько в моем духе совершилась та обитель, ради которой пришел Христос в этот мир. И Он здесь говорит: «О сем свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердцах их и в мыслях их напишу их. И грехов, и беззаконий не воспомяну более». Именно стоит весьма важное условие, на которых грехи и беззакония не воспоминаются более. Когда, говорит, вложу законы мои в сердцах их и в мыслях их напишу. Именно сегодня стоит весьма важный вопрос, друзья дорогие: чем занят образ моего мышления? Вложил ли Дух Святой свои законы в мое сердце, чтобы мне быть причастником божеского естества, божественной природы? Потому что мы вначале читали, слышали, что Павел говорит: «Он избрал нас в нем
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. Без Него никакая святость и непорочность невозможно выработать в сердце человеческом. Невозможно. Мы по природе грешники. И Бог, будучи милосердным и долготерпеливым, Он сегодня трудится над тобой и мною, чтобы сделать мой сосуд святым, очищенным от всякой скверны плоти и духа. Потому что за этим заветом стоит определенные действия, которые совершаются в духовном мире. И хотя мы не всегда осознаем и понимаем, но Слово Божие говорит один такой важный момент. Говорит, страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Оказывается, друзья дорогие, Бог допускает в нашу жизнь страдания нашей плоти, чтобы мы поменяли образ мышления. Чтобы наш образ мышления, он стал в соответствии с Словом Божьим. Потому что, говорит, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божьей. И причина наших страданий есть наши человеческие похоти, которые действуют внутри нашего сердца. И мы часто не обращаем внимания на наше состояние сердечное. И тому Бог из милости своей допускает в нашу жизнь определенные проблемы и ситуации. Кого-то садит в инвалидную коляску, кого-то болезнь допускает. Но одна цель, чтобы судя здесь по плоти, не судиться по духу вечности. Потому что эти человеческие желания и помыслы плоти, они обладают человеческим естеством, и человек уже не в состоянии удержать ногу свою от различных похотей, которые буйствуют в его внутреннем естестве. И тому Бог из милости своей обратил свое слово для тебя и меня, чтобы я был слышащим и разумеющим, что Он не пришел судиться, чтобы наказывать меня, Он пришел, чтобы помиловать меня, чтобы очистить мою совесть кровью Иисуса Христа, чтобы я имел дерзновение и надежный доступ к Его благодати. Поэтому здесь Павел говорит, приступаем с искренним сердцем, с полной верою, креплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Здесь стоит условие, на которых мы получаем очищение и освящение нашего духа. Потому что Бог имеет дело с нашим духом. Тело наше является храмом Духа Святого, живущего в нам и в нас. И когда мы не даем должного отношения к Духу Святому, хоть потому, что мы в завете с Богом, Бог, мы заключили сознательно, добровольно, вошли в завет отношений с Ним. И когда мы со своей стороны нарушаем этот завет, Он из-за любви своей судится с нами по плоти. Мы читаем, когда на преломлении говорят, многие из вас немощны, больны и немало умирают. Там, вот если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Но будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И тому цель Евангелия, цель Слова Божия – освятить для себя говорит, народ особенный, ревностный к добрым делам. И тому, как важно, чтобы мы, как народ Божий, проверили, друзья, дорогие, насколько образ моего мышления соответствует Слову Божьему. Насколько мои помышления припоясаны истиной, чтобы нам устроять из себя дом духовный. Потому что если нет чистоты в мышлении, нет чистоты в помышлениях сердечных, друзья, дорогие, молитва наша, она не будет иметь значения в духовном мире. Кто бы ты ни был, священник, пастор или епископ, если твои помышления не находятся в рамках Слова Божия, Дух Святой не сможет совершить ту работу, которую Он желал бы совершить через твое и мое служение в нашей жизни. И тому для нас важно, чтобы мы, как народ Божий, припоясывали чресла ума нашего истиной и не обращались к чуждым источникам, которые бунтуют наш дух и лишают нас дерзновения и уверенности в Божьих обетованиях, потому что они непреложны. Бог не меняет своего слова. Мы, люди, меняем, но Бог не меняет своего слова. Если Он сказал, что чистое сердце Бога узрит, Он не поменяет, Он не скажет, что ты можешь допустить там 15%, 20%, ты уже можешь мыслить о чем угодно. Оказывается, такого нету. Первая заповедь стоит, и она самая важная, говорит, возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением.
всей крепостью свою. Там нету места для чего-то постороннего. Там нету места для каких-то ответвлений. Там стоит полное посвящение тому, который является главою всего видимого и невидимого. И тому, друзья дорогие, нам дано слово, через которое мы можем приступать к Богу через Дух Святой. И Он будет подтверждать наше служение или наше отношение с Ним. И почему здесь апостол Павел указывает именно на эти моменты, что именно нам должно, чтобы в сердце нашем были законы Духа жизни во Христе Иисусе, потому что нам есть такое одно важное условие, без которого мы не сможем услужить Богу. Все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Оказывается, водительство Духа Божьего начинается от чистоты нашего сердца. Если сердце чистое, намерение, желание чистое, Дух Святой способен научить тебя, вести тебя в свое служение, указать тебе, что делать, как поступать и как действовать в повседневной жизни. Но если эти помышления, они осквернены плотью, и Дух Божий не имеет той полноты в нашей жизни, мы лишаем себя именно водительства Духа Божьего. Мы лишаем себя того полноценного служения, и в нашем сердце есть скорбь и теснота. Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. И тому сегодня каждый из вас может проверить себя на состояние своего духа. Что там, радость и мир или скорбь и теснота? Если скорбь и теснота, значит, есть и чуждые источники, которые вошли в твое сердце и совершили свое действие, и в твоем духе скорбь и теснота, ты не можешь радоваться, как дитя Божье. Слово Божье не касается и не производит внутри тебя своего хотения и действия, и человек ходит в хромоте своего сердца, не думая, что за всем этим наблюдает Господь, и он из-за милости своей впоследствии допускает, чтобы страдания плоти, они пришли в жизнь нашу, чтобы исправить нас, чтобы научить нас, дабы мы держались Господа искренним сердцем и не разменивали Его благодать. Тому он здесь говорит, если получил познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Оказывается, друзья дорогие, Бог знает, когда у нас есть сила для победы и когда мы пренебрегаем Божьей силою для того, чтобы противостоять греху. Когда у нас есть понимание, что всякое злословие, оно есть зло пред лицем Господним, и у нас есть всегда право выбора открыть свои уста или понуждаться в Божьей благодати, чтобы эти уста, они не выражали всякую нечистоту или скверну. И тому апостол Яков в своем послании говорит, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членах ваших? Желаете и не имеете, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Оказывается, когда мы в своем сердце допускаем эти качества бунта, возмущения, то Слово Божие называет нас прелюбодеями. Мы прелюбодейством, мы отступили от благодати Божьей, от Духа Святого и дали место этим всяким похотям, которые действуют в членах наших. И тому, друзья дорогие, Божье Слово говорит весьма конкретные вещи, чтобы мы, будучи сынами дня, будучи народом Божьим, могли испытывать, исследовать свое сердце, чем мы руководствуемся, ходя в повседневной жизни. Духом Божьим, который живет внутри нас, или похотями, которые действуют в нашем сердце, желая достигнуть каких-то видимых целей, которые ведут ко всяким разногласиям, ко всяким неправильным действиям. И тому Божье Слово, оно весьма говорит конкретные вещи для нас, живущих, чтобы мы познавали себя, исследовали себя внимательно. И тому апостол Павел обращается к нам, верующим, с этими словами, говорит, о сем нам Дух свидетельствует, ибо сказано, вот завет, который я завещаю после тех дней, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу. И тогда
грехов и беззаконий не воспомяну более. И где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Друзья, дорогие, почему сегодня мы, как христиане, очень часто приходим, и у нас постоянно есть одни и те же моменты. Мы каемся, просимся, и ничего не меняется. Друзья, дорогие, нужно поменять образ своего мышления, поменять источники, с которыми мы, из которых мы питаем наш дух, чтобы в моем сердце было то царство, которое приготовлено Богом через Дух Святой, которое желает вселяться в жизнь нашу. И если мы будем к этому внимательны, Бог будет содействовать своей благодатью, потому что Он говорит, желает вселиться в сердца наши. Он желает руководить советом своим. Он желает научить нас и наставить на всякую истину, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. А если мы пренебрегаем Словом Божьим, не даем достаточно времени для того, чтобы наши помышления были припоясаны Словом Божьим, придут именно эти моменты тесноты. И это из-за милости Божьей к нам, живущим. И тому апостол Павел в своем послании говорит, если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети. С законными детьми Бог имеет свою законную работу. Хотя она не всегда приятна по плоти, но впоследствии наученным и наставленным приносит мирный плод праведности. И тому как бы хотелось, чтобы мы познавали свое сердце, исследовали себя во свете Слова Господня, чтобы Дух Божий вел нас и наполнил нас славою Своею. Друзья, Он желает наполнить, но Он желает наполнить тогда, когда мы предоставим и освятимся через Слово Божие. Придите, говорит, научитесь от меня. И тому воля Божия, она сегодня направлена к тому, чтобы я понимал состояние своего сердца. Я понимал, где граница тех Божьих обетований, а где уже граница этого мира начинается. Где мои помыслы, они начинают уходить в не ту сторону. И тому Дух Божий, Он сегодня в этом собрании, Он возбуждает наш дух, чтобы мы полюбили общаться со Христом. Полюбили проводить время в молитвах, в Слове Божьем. И когда это будет приемлемо для нас, мы ни о чем другом не будем рассуждать. Мы будем рассуждать, что привито к нашему сердцу. Если привиты законы Духа жизни, мы о них будем рассуждать. А если привиты законы греха и смерти, мы о них будем рассуждать. Мы ими будем заняты. И тому воля Божия сегодня направлена каждому из нас в отдельности, чтобы мы уразумели, что Царство Божие усилием берется. Понимаешь путь к Царству Божию, приложи старания, усердие, и Бог восполнит твою нужду. Как первоапостольская церковь приготовляла свое сердце для служения, для излияния Духа Святого, они ежедневно пребывали в молитвах, молениях. Они ежедневно, у них хватило на это усердия, времени. И говорит, никто из посторонних не смел пристать к ним. Настолько Дух Божий был в там руководящей должности, что никто не с чистыми помышлениями не мог войти в это собрание народа, и там были те, которые доверяли друг другу, там не было подозрительности. Там не было именно лукавыми намерениями людей, потому что за всем этим наблюдал Дух Святой. И тому, если апостол Павел сказал, вот завет, который я заключаю после тех дней, вложу законы мои в сердцах их и в мыслях их напишу. Эти законы, они незыблемы для всех тех, кто дал место Духу Святому в своей жизни. Но если мы наполовину, частично хотим, как бы подумаешь, разве можно все время служить Богу, разве можно все время быть в помышлениях о горнем, о небесном, возможно, друзья. То, что нам нравится, мы этому отдаем весьма много времени. Мы посвящаем много времени. Нам нравится проводить это в каких-то мероприятиях видимых, мирских. Но когда Дух Божий приходит в наше естество и наполняет нашу внутренность, тогда уже невозможно служить Богу по-другому. Невозможно, друзья дорогие. Можно Богу служить только отдавши все свое сердце, все свои намерения и помышления, направивших к Нему. И тогда плод правды, он будет сеяться в сердцах наших. И тому здесь апостол Павел, он с уверенностью говорит, что мы можем приступить к Нему, а мы
совесть нашу кровью Иисуса Христа. И тому, если сегодня твои мысли, они возвращаются в какие-то непонятные места, начни искать лица Господня, начни приходить к Богу с искренним сердцем, прося у Него милости, победы и перемены, чтобы кровь Иисуса Христа очистила и омыла твою совесть. И когда ты переживешь эту свободу, ты не захочешь ни за что ее применять на что-то другое. И тому пусть Бог поможет нам, верующим, во имя Иисуса, уразуметь, что через Иисуса Христа нам даровано все потребное. Дети, говорят, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, не постыдиться пред Ним пришествия Его. И тому апостол Павел говорит, когда он стал на служение, вот я от всего отказался ради познания Господа нашего Иисуса Христа. Познание Христа – это самое совершенное, самая совершенная часть, которая нам дана среди живущих на земле. И тот, кто познал Его, вкусил от Его глаголов жизни, то мы вместе с псалмопевцем скажем, кто мне на небе, с тем ничего не хочу на земле. Пусть Бог благословит, друзья дорогие, чтобы мы, будучи сынами дня, народом, который имеет право делать выбор, делать решение, проверили состояние своего сердца, чтобы впоследствии Божий Дух не начал обличать или говорить что-то не то в наш адрес, но чтобы мы, припоясав чресла нашего, имели дерзновение и уверенность в наших молитвах. Мы имеем дерзновение и уверенность в молитвах, когда наши помышления, они чистые. Когда в нашем духе нет осуждения, мы имеем дерзновение. А если что-то запинает, друзья дорогие, нам нужно прийти к свету. И даже Христос сказал, всякий ненавидящий, именно Он говорил о свете, всякий, делающий правду, идет к свету, потому что он не боится, что его дела будут обличены, а всякий, делающий злое, он боится идти к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Друзья дорогие, пусть Бог благословит и даст нам способность увидеть себя, понять благость и милость и строгость Божию, чтобы нам не казаться в осуждении, потому что, где Слово Божие говорит, если получил познание истины, произвольно грешим, не остается жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня. Это и Божье Слово работает, друзья дорогие. Хотим мы или не хотим, оно работает. Но и Божье Слово работает и на предупреждение, чтобы нас предупредить, научить, чтобы мы не впали в обольщение, не получили такую самоуверенность, что Бог все прощает и все покрывает. Да, Он прощает, когда мы искренне раскаиваемся и признаем, и не делаем. Давид в одном из псалмов своих сказал такое интересное слово. Говорит, сокрыл я Слово Твое в сердце моем, чтобы не грешить пред Тобою. Говорит, сокрыл я Слово Твое в сердце моем, чтобы не грешить пред Тобою. Если Слово Божие не будет сокрыто в моем сердце, я не смогу удержать ногу свою от зла. Не смогу. Моя природа греховная, она не даст мне силы противостоять греху. Но когда Божье Слово, оно вошло в сердце, в мой дух, оно полюбилось мною, я его буду держаться, я его буду хранить в своем сердце, чтобы не согрешать пред Ним. И тому пусть Бог благословит, чтобы Божье Слово, оно вошло в наше сердце. И когда оно войдет в сердце, нас не нужно будет удерживать. Мы будем сами знать, чего нам, что нам можно, от чего нужно воздержаться, чтобы не впасть в какое-то безрассудство и в сеть дьявольскую. И тому пусть Бог благословит, друзья дорогие, наше сердце быть внимательным к слышанному слову, чтобы это слово достигло нашего духа, и когда оно достигнет, оно поставит нам границу, откроет нам путь, по которому нам идти. А если не сокроем Божье Слово в своем сердце, мы будем ходить по взгляду очей и по слуху ушей, и будем думать, что все так живут, а Слово Божие, те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Пусть Бог поможет нам, верующим во имя Его, войти в определение Слова Господня, войти в обетование Его, чтобы носить это свидетельство внутри себя, что во мне живет Тот, который хранит меня от всякого рода зла, и мой путь, он сокрыт в Нем, и я без Него ничего не хочу делать. И тому пусть Бог благословит, друзья, да, чтобы мы, будучи народом Божьим,
наблюдали за состоянием своего сердца, чтобы тот завет, который Он заключил с нами, он не был нами растерян, он не был разменен на что-то видимое и проходящее. И тому Павел, он конкретно говорит, вот завет, который я завещаю после тех дней, вложу законы мои в сердцах их и в мыслях их напишу. Их. И если эти законы будут написаны в сердце и в мыслях, наша нога никогда не станет на путь противодействия Духу Святому. Мы будем иметь эти внутренние чувствования, мы будем иметь это внутреннее руководство. Когда придет теснота и скорбь в мое сердце, я понял, я где-то уклонился, я где-то потерял ориентир, мне нужно возвратиться. Но когда эти уже границы размыты, растеряны, друзья дорогие, наши мысли будут блуждать где угодно и на чем угодно. И через это Бог из-за милости своей будет трудиться над нами, чтобы мы не лишились благодати Божьей. Да благословит Господь каждый дом, каждую семью, чтобы в ваших домах не было скорби, тесноты, но всегда радость от Духа Святого, свидетельство Духа Святого подтверждало ваше служение Богу, что у вас иной Дух, который не соединяется с Духом этого мира, но вы храните себя и бодрствуете всякий день, храня свое сердце, мир со всеми. Да будет имя Господне благословенно, а Ему за все слава. Аминь.